вот она тут, наверное, и сидит в хореге. Да, блин, она ее даже удочку поставить надо. Я сказал, что куни на лавалёк. Микроскоп. Митики, митики. Где твой папа? А, блин. Папу куда-то обманешь. Чё? Чё? Кончилось? Порвана. Пряжка же видела была и сорвана. А, умеет она. Дашь ей ещё за попытку. Очень большой. Ну так ты что? Выбрасывай что? Вот это вот толковый. Тихонько. Надо постоять. Сорога, наверное, уже все, голимый крючок. Крючок.
И там стоят на муху и делаешь? Что я могу тебе сказать? Ты бы спиннинг был в работах. О, коряга-то какая, с правой стороны. Красавица коряга. Вот такой памятник мы поймем. Ты сказал, что будет коряга. А ты можешь его воткнуть стоя? Этот памятник. Не, она уйдет. Отпускай меня. Рыбу ловить.
Очередная попытка. Подожди, давай-ка я развернусь вот так вот, нет. Блин, да что ты не можешь нормально чекануться там? Да блин, лифтеры один. Блин, да. Нет. Топай. Ой, это ты меня пошлёпала. Ай-яй-яй. Нехорошо. С нами не согласовало ничего.
снимаю рогатку с дерева. Ребята, не слушайте его ругань. Тут как крючки ломать на этом озере. Какое-то коварное озеро. Надо только сразу, когда она такая сидела, у тебя крючок сломался, а не поводок. Я тебе сломал крючок. Коряги. Очередная размотка. Ты бы мне в спине бы давал бы, так бы тебе не мешал бы хоть. Гонимся и выдернем вот ее. Да, вон с этими елочками. Она не ожидала такого подвоха. Нет никого, да?
улицу ходит. Выше в кузов в рюкзачок. Обещали тебе напарник? Да. Правда. Надо так делать всегда. Раз. После щуки. Кто-то пришел, но не удовлетворен. Откусил. Да. Что, никого нет? Сам встретил. Может, сам встретил. Куда ты потом? Сюда погребешь, что ли? Как это так? Не выглядит. Это что за чудеса? Какой же чудовец? Окунь живой. Крюк сломан. Хрящ пополам. Что, она влупила, отломала крюк и ушла? Да, уколоть. Ломала. Обалдеть. Обалдеть. Нервный какой-то. Чего? Где да у нас? На рогатки две штуки и все. Две на рогатки. Все заканчивается. Как мы собираемся покинуть этот райский уголок?